Всем привет! Сейчас мы покажем вам, как можно сделать с ноутбука у себя дома караоке без особо каких-то минимальных вложений. Сейчас вы видите маленький нетбук и установлена программа Virtual DJ. Мы используем специальные настройки. То есть вот эти настройки выглядят вот таким вот образом, если будет видно. Здесь надо будет выбрать микрофончик, просто обычно динамик. И установить специально еще один драйвер ICO, который позволяет убирать задержку, которая необходима. Вот настройки драйвера этого ICO. То есть примерно вот так. Здесь выбран микрофон и наушники, выход на наушники. Подробностей не будем. Кому будет интересно, тот может задать вопрос, как это все делается. Как скачать драйвер ICO, это можно набрать в интернете. Как скачать программу Virtual DJ, тоже очень можно. Еще для того, чтобы у вас караоке получилось, вам понадобится микрофон. Сейчас я вам его покажу в объектив. Вот, это вот такой вот у нас микрофон. Идет шуровский китайский микрофон. Он сейчас работает. И обычная акустическая система компьютерная. Вот у нас вы видите колонки. Внизу стоит сабвуфер. То есть, и с другой стороны еще одна колонка. Вот, у нас здесь шнур идет. Так как у нас шнур, ноутбук здесь с одним входом, он по типу гарнитуры подключен, поэтому здесь идет специальный шнур, там 4 контакта. В вашем случае может быть еще контакт для входа для микрофона, вот туда вы можете подключать вот этот микрофон. В нашем случае с этим ноутбуком подключать приходится вот так, чтобы это все заработало. Ну еще одна небольшая специфика. Здесь у этого ноутбука шикарнейшая звуковая карта, которая позволяет делать чувствительность микрофона. И сейчас я покажу вам драйвер звуковой карты. Как она называется? Вот это вот. Короче, звуковая карта какая-то. Очень хорошая. Драйвер мы установили, все начало прекрасно работать. Без драйвера ничего не работало. Микрофон подключали, оно замыкало. И не работало. Нужен обязательно оригинальные драйвера на звуковую карту. Тогда вы можете попробовать у себя настроить домашние караоке без особо каких-то вложений. Я повторюсь, вам понадобится всего лишь микрофон, шнуры. Причем у нас здесь соединением это не штекер, мы просто замотали изолентой, соединили, обрезали там и замотали изолентой в целях экономии времени и средств на покупку разных штекеров и время на паяние. Все это очень просто. Как это работает? С сайта, например, karaokehd.ru, я не буду показывать его, можете набрать в интернете, karaokehd наберите, и вы попадете на наш портал, там, где есть много караоке, которые вы можете скачать. К примеру, как Диана Гурцкая вот сейчас играет, и другие какие-то там вещи, то, что вам будет нравиться. Вот как это работает, чем это удобно, почему именно так. Во-первых, опять же, просто скачать программу, у вас есть ноутбук, купить какой-то караошный микрофон, там можно в универсаме купить, там в супермаркете бытовой техники. И здесь вот этот микрофон, и здесь есть очень интересная функция, это как запись всего происходящего звука, который происходит. То есть, если вы будете петь 1, 2, 3, он все будет записывать. Это очень удобно, потому что после своего тренировочного выступления в домашних условиях подготовки перед тем, как петь в караоке-клубе, вы сможете прослушать себя и понять все-таки, как вы можете звучать лучше. Для этого, в принципе, мы это все показываем. Без задержки, довольно-таки на уровне получается такое домашнее караоке без вложений. Вот. Ну и сейчас можно будет что-то продемонстрировать. Я не знаю, что успеть, может Утика или Мумитроль. Просто попробовать, как это работает с записью. Так, нажимаем. Вот я эту песню особо не знаю, поэтому не судите строго. Явление полосы пространства. Сейчас это не то, с этой стороны. В этой программе еще очень удобно тем, что можно менять тональность. Здесь меняется высота тона. Об этом потом, если вам будет интересно менять высоту тона, об этом все чуть-чуть позже. Ну, сейчас для примера, как это работает. Утекай. Подворотни нас ждет маньяк.
хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишили своих чар, машины в парк и все гангстеры спят. Ну вот так, в принципе, вы можете получить караоке, которое просто с микрофоном. У вас есть ноутбук, скачать программу, скачать драйвер, подключить телевизор. И для того, чтобы это еще заработало, есть небольшая особенность по настройке этой программы. Здесь видео, там где вы когда подключите, во-первых, вам надо расширить рабочий стол, то есть, чтобы было два монитора, чтобы на второй монитор выводилась картинка. Для этого вам надо зажать здесь клавиши, я не помню, просто Windows. Если можно к объектив, наверное, Windows. Клавишу здесь Windows идет обычным возле Ctrl, потом идет F, и там неважно, и потом вот этот значок Windows. Windows и одновременно P. У вас появится вот здесь вот на мониторе, может быть, вам видно, как расширить рабочий стол. Вот вам надо это выбрать. Вы его расширите, после того вы запускаете программу. В программе здесь вы выбираете вашу видеокарту, можно через Windows, можно через видеокарту. Через видеокарту это появится на мониторе. Можно еще раз внимание на монитор. Сейчас вот, допустим, мы покажем. Это так, это в маленьком окошке будет, это совсем неудобно. Можно использовать телевизор, как в нашем случае мы используем на кухне телевизор, кухонный телевизор. И вот здесь сейчас вот появился изображение на телевизоре. Здесь кабель вам еще понадобится, VGA. В принципе, все. У вас караоке дома без покупки какого-то DVD, там специального под караоке дисков, там всякой какой-то фигни. С интернета качаете, ставите, здесь вы записываете без задержки, довольно нормальный звук. В принципе, все, всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, подписывайтесь ВКонтакте, в группу, следите за событиями, приходите в караоке, которое мы устраиваем, очень весело, очень все позитивно. Тренируйтесь, будьте лучшими, пойте, получайте удовольствие. Всем удачи!